Ну, давайте в любом случае запишем еще. Пишем то же самое, что говорил Петя. Давай по очереди скажем. Так, как же у вас, интересно, получалось так ровно держать айфон, чтобы он не тряс? Может, это очень долго его там калибровали. Но вы его руками держали? Да, Стас держал. Ну, он, собственно, на... Может быть, все-таки оставить вот синенькую книгу, обложки. Ну, более приличную. Ну, и так просто более узнаваемо будет.